Добрый день, уважаемые читатели! С вами сотрудники детской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, Галина Михайловна и Анна Сергеевна. Сегодня мы хотим рассказать вам о чудесном даре, которым наделен каждый человек, о нашей речи и способах ее изучения. 22 ноября во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях и книжных магазинах проводится праздник «День словарей и энциклопедий». И эта дата выбрана не случайно. Конечно, ведь 22 ноября – это день рождения Владимира Ивановича Даля, известного ученого и собирателя русских старинных слов, а еще автора толкового словаря живого великорусского языка. Кстати, сам термин «толковый» в применении к словарю ввел именно Даль. Он впервые придумал подробно объяснять значение слов, а его словарь пользуется популярностью и сегодня. Не менее известен и толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова. Он был создан почти век назад, но до сих пор продолжает дополняться и переиздаваться. Ведь язык – явление живое и постоянно меняющееся. На данный момент он содержит 80 тысяч слов и постоянно пополняется. Ничего себе! Какое огромное количество слов! Как же правильно их все написать? Ведь правописание или орфография – один из самых трудных разделов нашего языка. В первую очередь необходимо выучить основные правила, а во всех сомнительных и трудных случаях можно обратиться к орфографическому словарю. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете орфографию, выполните задание на экране. С правописанием понятно, а как быть с ударением? Например, как будет правильно, жалюзи или жалюзи? Жалюзи нужно произносить с ударением на последнем слоге, так как слово пришло к нам из французского языка. Эти сведения можно найти в орфоэпическом словаре. Точно, ведь именно там зафиксированы нормы правильного произношения слов и ударения. Интересно. А знают ли наши читатели нормы орфоэпии? Внимание на экран с заданием. А теперь отгадайте по этому предложению, о каких словарях пойдет речь далее. В ресторане мне на завтрак предложили разнообразное меню. Биточки, тефтели, фрикадельки, винегрет, спагетти, чай и какао. Но я съел только бутерброд, сардельку, салат из помидоров, торт «Наполеон» и выпил чашку кофе с сахаром. Это же словарь иностранных слов и выражений. В нем записано, из каких языков к нам пришли те или иные слова. Например, русское слово «фортепиано» происходит от двух итальянских «форте», что значит «громко», и «пиано», что значит «тихо». Совершенно верно. Заимствованных слов в нашем языке великое множество. Они так часто используются, что мы порой забываем об этом. Следующее задание поможет вам вспомнить, какие слова в нашей речи иностранные, а какие исконно русские. Внимание на экран! Часто бывает так, что слово «путешественник» меняет не только родину, но и свое значение. Этимологический словарь позволяет узнать, где появилось слово и откуда пришло в русский язык. Я, например, с удивлением узнала, что когда-то слово «дорога» означало овраг. Возможно, в древности, в лесистых местах, пути прокладывались именно по таким оврагам. Интересно, сколько еще загадок хранит история языка? Воспользуйтесь этимологическим словарем, чтобы выполнить следующее задание. Все-таки наш язык – удивительная вещь, как много в нем необычного. Взять бы хотя бы эти несколько фраз. Я сегодня встал ни свет ни заря с первыми петухами. Утренняя гимнастика вогнала меня в пот, и я на всех парусах помчался к реке. От ледяной воды у меня побежали мурашки, но я с горем пополам умылся и отправился на кухню. Ароматные запахи
вызвали такой волчий аппетит, что у меня потекли слюнки. А знаете ли вы, что значат эти образные речевые обороты? Это очень легко определить, заглянув во фразеологический словарь. В нем дано толкование всех устойчивых словосочетаний, а также рассказано об их происхождении. А вы знаете, что фразеологизм «бить баклуши» означает «бездельничать», а «белыми воронами» называют людей, не похожих на других. Пользуясь фразеологическим словарем, найдите отгадки на наши загадки. А сколько же еще существует словарей? Всех их и не перечислить. Все они очень важны и нужны. Одни помогают нам узнавать значение слова и его происхождение. Другие – разобрать слово по составу и правильно поставить ударение. Есть даже словарь современных цитат. А есть словарь языка жестов. Словарь синонимов. Или словарь антонимов. Словарь омонимов. И даже словарь современных русских фамилий. Сотни слов, родных и метких, сникнув, голос потеряв, взаперти, как птицы в клетках, дремлют в толстых словарях. Ты их выпусти оттуда, в быт обыденный верни, чтобы речь, людское чудо, не скуднела в наши дни. Эти строки советский поэт Вадим Шефнер посвятил удивительным изданиям, хранящим в себе все богатство и разнообразие нашего языка. Последуем же его примеру. Обратимся к словарям!